Врачи часто называют кожу третьей почкой, потому что сотни тысяч крошечных потовых желез действуют не только как регуляторы температуры тела, но и как маленькие почки, готовые очистить кровь и освободить организм от опасных для здоровья токсинов. Мочевая кислота – основной продукт метаболизма и нормальный компонент мочи в большом количестве содержится в поте. Если кожа становится неактивной и ее поры забиты миллионами мертвых клеток, мочевая кислота и другие вредные соединения останутся в организме, будут откладываться в тканях и мешать питанию и оксигенации клеток, что может привести к дегенеративным заболеваниям и преждевременному старению. Таким образом, вы должны осознавать огромную важность поддержания вашей кожи в идеальном рабочем состоянии. Сегодня я раскрою вам простую технику, выполнение которой займет всего 5-10 минут в день, но которая принесет много пользы для вашего здоровья. Техника называется «Массаж сухой щеткой». Лучшая щетка для массажа – это щетка с натуральной щетиной, с длинной ручкой, чтобы вы могли дотянуться до всех частей тела. Желательно массажировать очень нежно вначале, а затем использовать более жесткую щетку. Начиная с подошв ног, энергичными вращательными движениями массируйте каждую часть тела. Массируйте в таком порядке. Сначала ступни и ноги, затем кисти и руки, спину, живот, грудь и шею. Массируйте, пока ваша кожа не станет розовой, теплой и сияющей. Среднее время от 5 до 10 минут. Лучшее время для массажа сухой щеткой – это утром и вечером перед сном. После такого массажа желательно принять горячий и холодный душ, чтобы смыть омертвевшие частички кожи. Чередование горячей и холодной воды стимулирует кровообращение и нервную систему, помогает предотвратить простуду и оказывает омолаживающее действие на вашу кожу.